Смотри, это он. Карл, это было здорово. Спасибо. Впечатляет, правда, а? Карл, хорошо, что ты с нами. Да. Так ты согласен? Не знаю. Может быть. Странно, не знал, что у нас был семинар, может быть. Приятель, клевая тачка. Можешь подвезти меня до Елисейского парка? Да! Конечно, может. Правда, Карл? Да, почему нет? Да! Ты об этом не пожалеешь, Карл. А не дашь мне свой телефон? Позвонить. Давай, Карл, давай! Ехать дальше или достаточно? Ведь мы уже в парке. Одну секунду, здесь ужасно шумно. Чуть-чуть подальше, вон там, за холмом. Продолжай. И что ты сказал? Нет, я почти приехал. О. Ладно. Да. Что? Алло, алло? О, черт возьми. Батарея сдохла. О, класс. Спасибо. Ладно. Gracias, amigo. Здорово, что ты меня подвез. Большинство просто говорят «нет». Хотя в последнее время мне очень везет возле того отеля. Без проблем. Доброй ночи. О, не подкинешь пару баксов? Ладно. Раз уж подписался. Да, конечно. У тебя их полно. Отдашь мне все? Конечно. Забирай. Храни тебя Господь.